Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Топ Сад. Земляники полно при любой погоде и непогоде тоже. Несмотря на жаркое лето, посмотрите, земляники, можно сказать, навалом. Это одна из вкуснейших ягод. И что для этого надо? Ну, мы, во-первых, уже говорили об этом, что это высокие грядки, которые у нас были сделаны 2 года назад. Из поликарбоната 17 миллиметров с мульчой. Дальше мульчирование. Вот мульчировали землянику. А это такое? Бордюрчик какой-то? Сейчас я скажу. Мульчировали щепой. Вот очень нам понравилось вот использование вот такого бордюрчика. Вот я покажу. Вот так. Он называется заборчик для ягод. Вот. Его не надо, можно закрыть, защелкнуть. Но я не защелкиваю, а просто вот подставляю под землянику, чтобы она не лежала на земле. Вот, и вот ягоды... примерно вот так вот здесь, да? Да, и ягоды получаются, видите, вот, приподнятые. Они не лежат на земле, не пачкаются. Вот, смотри, не пачкаются. Слов нет. И очень хорошо сохраняются. Подкормки. Это прежде всего зеленое удобрение травы. Вот, смотрите, вон ягоды. Вот даже тут немножко испортилось. Вот. Это оказывается, сейчас будем, испортилось. Сейчас будем собирать. Срочно, срочно. И вот что мы еще добавили, это капельные поливы. Причем, вот видите, развилка для капельного полива с 2 кранами очень удобно. Можно регулировать струю, напор. То есть делать меньше или больше — удачная вещь. Капельный полив позволяет вам автоматически поливать нашу с вами землянику по самым различным потокам воды. Без капельного полива, конечно, земляники очень тяжело. Высокие грядки — вещь хорошая, но влага из них уходит быстрее, чем в обычных грядках. Поэтому имейте в виду, отметьте для себя такую необходимую функцию. Мы пробовали сравнивать землянику и клубнику. Надо сказать, что земляника дает 10 очков вперед, чем клубника. Клубника крупная, но водянистая, и честно, ухаживать за ней крупно. А земляника нас плодоносит с апреля месяца по ноябрь. В старых фильмах вы, наверное, видите, как в ноябре под снегом она давала свои прекрасные плоды. Подписывайтесь на канал Топ Сад. Мы здесь говорим правду о любых технологиях, которые позволяют вам с минимальными затратами получить максимальный урожай. Но посмотрите, такая земляничка. Это удача на даче с земляничкой в придачу. Это будет девиз всего вашего замечательного, прекрасного, светлого и теплого лета. Всех благ, господа! Топ Сад всегда рад новым друзьям, а старым мы всегда низкий поклон. Удачи!